Прошу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую всех присутствующих. Приветствую психологов, настоящих, будущих, а также во всех гостях. Меня зовут Алексея Александровна Петровна. Я представляю город Псков. Речь в моем выступлении сегодня пройдет в организации онлайн-консультированной школы, где я работаю, и на тему онлайн-консультации экспертов и эксперт ученых. Сейчас я переключу экран, чтобы показать презентацию. На первом слайде представлена тема моего сегодняшнего выступления. Сейчас не видно, что вы правильно. Может быть, действительно, пока свернуть, пока оно будет грузиться, а следующий человек выступит. Там немножко упало. Александре времени приготовиться, предлагаю выступить
все-таки человек, который у нас есть как раны. Палкин, если там есть. Да? Палкин. Нет? Не надо, Вячеслава. Теперь мне просто господа против. Вячеслав, прошу, прошу. Прошу вас. Неожиданно и почетно начинать линейку докладов. Меня зовут